Здравствуйте, в эфире программа «Город. Действующие лица». Меня зовут Алексей Шлеп. Сегодня мы с вами будем говорить, ну, в какой-то степени о культуре, в какой-то степени о традициях. Мы сегодня будем говорить о казачестве. А гость нашей сегодняшней программы – атаман Екатеринодарского районного казачьего общества Валерий Катко. Здравствуйте, Валерий Алексеевич. Здравствуйте. Поводом для нашей с вами встречи сегодня, ну, мне кажется, это совершенно естественно, тот праздник, который грядет, это день кубанского казачества, день образования кубанского казачьего войска. И в этом году, ну, я говорил о традициях, да, существует ведь традиция, когда этот праздник проводится не в одном месте, да, и вот в этом году этот праздник будет проходить здесь, в Краснодаре, вот в прошлом был, по-моему, в Горячем Ключе, да, насколько это накладывает дополнительную какую-то ответственность, ну, в данном случае, на вас? Правильно вы сказали, праздник проводится не в рамках войска в целом, а по отделам историческим. В данном случае у нас Екатеринодарский казачий отдел, куда входит Северский район, Динской район, Услабинский район и Горячий Ключ. Ну и Краснодар, соответственно. В прошлом году, вы верно подметили, в Горячем Ключе проходил. В этом году раз в 5 лет падает на нашу голову этот праздник. Мы, конечно, очень рады, но накладывают действительно большую ответственность, потому что мы принимающая сторона. И мы должны встретить всех гостей, организовать парковки автобусов, которые приезжают из других районов. Затем дети будут задействованы у нас. Чтобы это было не хуже, чем в прошлом году. Ну, конечно, лучше должно быть, потому что мы самое крупное районное общество в кубанском казачьем войске. Поэтому и ответственность у нас самая большая. Мы готовим в этом году 5 парадных расчетов для того, чтобы пройти торжественным маршем. И в то время, когда другие районы представляют один парадный расчет. Ну, соответственно, детей казачьих классов, точнее, классов казачьей направленности, у нас тоже будет порядка 10. Это тоже гораздо больше, чем представляют другие районы. Но это и понятно, потому что добираться все-таки детей, перевозка, это очень сложно. Репетиции вот этого прохождения, они уже начались, они идут, не знаю, там, по месту, или уже собираетесь все вместе? Как вот эта часть праздника выглядит? Сегодня в 10 часов утра у нас на Пушкинской площади и на площади перед зданием ЗСК в двух местах прошла рекогносцировка, так сказать, на местности. Были представители администрации районов, были атаманы районов. Наши службы городские, которые будут задействованы в организации праздника. И мы получили схемы, где, как это все планируется. В ближайшее время будет уже пошаговый сценарий. В общем-то, уже определились, где точки доступа к электроэнергии, где будут стоянки автобусов, где будут построения коробок парадных расчетов, ну и как будет проходить порядок прохождения торжественным маршем, где трибуны будут. Возле кубанского казачьего хора будет установлена сцена, и там будут выступать творческие коллективы и из районов, и наши городские коллективы, петь казачьи песни. Ну, и все жители города могут этим... То есть, получается, вы уже в такой финальной стадии, да, то есть это уже вот последние такие приготовления, то есть вот то, что увидят уже горожане, да и казаки, которые придут на праздники. Последнее приготовление у нас начинается со следующей недели. У нас будет 11-го окончательная рекогносцировка на местности. С 13-го мы уже выставляем казачьи курени, палатки, в которых будут накрыты столы для гостей, ну и для казаков с их семьями. Праздник этот является семейный. Не только сами казаки собираемся, как, например, на реабилитацию, годовщину реабилитации, где мы маршируем в строю от улицы Постовой до улицы Буденного. Здесь мы в одном месте собираемся, и будем говорить, перед зданием ЗСК проходит все торжественная часть, затем проходим торжественным маршем, выдвигаемся на Пушкинскую площадь, и там уже будут гуляния, народные гуляния, поэтому наши дети, наши жены, все будут на этом празднике. То есть давайте тогда вот еще раз такую локацию сделаем, да, где будут проходить основные торжественные мероприятия. Это Пушкинская площадь, да, это Екатерининский сквер, это вот здание, площадь перед зданием ЗСК. То есть вот в этой части города все будет происходить. Да, построение будет возле собора Александра Невского. Да, ну, молебен будет на месте, в строю, то есть
ну, непосредственно близость нашего собора войскового, необходимости прям в собор нет, оттуда будут священнослужители, пройдет молебен. Мы возложим памятнику Екатерины, основательнице города, возложим цветы. Отдадим почести. Да, гирлянду, цветы. Затем пройдем, как я говорю, торжественным маршем как раз в сторону Пушкинской площади, где уже нас будут ждать накрытые столы, будут шкварчать эти вареники или блины, будут работать. Вы сейчас так не рассказывайте, потому что уже я не дотерплю до этого праздника. Давайте определимся с датами, потому что, ну, вот так получается, да, несколько плавают дата проведения праздничных мероприятий в этом году, когда все состоится. Да, согласно закону Краснодарского края, 14 декабря 2006 года определено этот праздник как торжественная дата на Кубани, в календарь включены, и определена третья суббота октября. Поэтому в этом году это будет 15 октября, в 11 часов у нас торжественная часть начинается на площади возле здания законодательного собрания, ну и через час мы уже приступаем самому интересному. То, о чем мы договорились, что вы не будете рассказывать. А концерты будут где-то порядка с 13 до 16 часов. Там будут выставлены традиционные поделки народные. Народного промысла. Будут наши интересные. Наверное, не стоит об этом раньше времени рассказывать. То есть некие сюрпризы еще те, кто придет, будут ожидать. То есть вы ожидаете всех? Конечно, приглашаем всех, ожидаем всех. И будут накормлены, и традиционные 100 грамм праздничные. Как бы все организовано по-взрослому. Но какие-то секреты хотелось бы еще оставить. Пусть это будут сюрпризы уже в сам праздник. Гостей, много ли гостей вы ожидаете из других отделов? Может быть, кто-то приедет из других казачьих войск? Сколько примерно? И кто это может быть? В этом году у нас главный гость наш будет, это атаман нашего кубанского казачьего войска, казачий генерал Далуда Николай Александрович. Он каждый год, он в разных отделах этот праздник встречает. В этом году будет с нами. Поэтому тщательно готовимся, чтобы не ударить грязь лицом. И наши друзья из Ставрополя традиционно приезжают. Особенно та часть Ставрополя, которая относится к кубанскому казачьему войску. Если вы знаете, территория войска кубанского – это южные области Ростовской области, это западные области Ставропольского края, это Адыгея и Карачаево-Черкесия. Не считая нашего традиционного Краснодарского края. Поэтому из этих исторических отделов, которые сейчас являются другими субъектами федерации, к нам обязательно прибывают гости, делегации. Возможно, из Дона будут тоже наши братья-казаки. Более дальних, в общем-то, не ждем, потому что праздник в течение одного дня проходит. И накладно вот эти поездки. Но они всегда к нам приезжают на наши общевойсковые мероприятия, как День реабилитации кубанского казачества. Ну, репрессированных народов, в том числе казачества. В общем-то, потом, когда мы в Тамане годовщину высадки отмечаем, тоже очень много гостей из различных регионов. Здесь, конечно, гостей будет поменьше, но главы тех районов, которые входят традиционно в Екатеринский отдел, будут присутствовать. Вы сами сказали, что вот у праздника, ну, у места проведения этого праздника есть вот такая вот некая цикличность, раз в 5 лет праздник там, ну, возвращается в город Краснодар. Мы говорили, в прошлом году это был Горячий Ключ, до этого были наверняка какие-то другие районы. А существует ли вот такая, знаете, конкуренция, что ли, между атаманами, между районами, где лучше, где там хуже? У нас вот такая изюминка, там где-то вот другая изюминка. Вот вы следите за тем, как это было в прошлые года? Следят ли ваши коллеги за тем, будут ли следить, как это было в Краснодаре? Конечно, мы отслеживаем, потому что мы сами непосредственно являемся участниками этих мероприятий. Но дело в том, что у каждого района своя специфика, в том числе Горячий Ключ, полная местность. Да? Там по одним обычаям проходят, где-то по другим. Но мы, в общем-то, очень дружны, а там районных обществ отдела между собой очень дружны. Мы всегда обменимся информацией, и мы как бы совместно планируем эти праздники, определяем, кто за что отвечает. В общем-то, это коллективное творчество, можно сказать.
Поэтому особой конкуренции как бы нет. Мы с каждым годом просто хотим сделать все лучше и лучше. Ну, я очень надеюсь, что это действительно будет так. Тем более, что наши зрители вполне могут это оценить сами. Достаточно прийти, посмотреть, поучаствовать в той или иной степени. И вот эти ощущения, я думаю, они сами поймут. В этом месте, если позволите, давайте сделаем небольшую паузу, потому что нам нужно показать зрителям рекламу, а потом обязательно продолжим наш разговор. Реклама на нашем канале. А мы продолжаем программу. Еще раз хочу вам напомнить, что мы сегодня говорим о казачестве. Валерий Алексеевич, ну вот в первой части мы очень подробно с вами поговорили о празднике, который грядет, о празднике, который будет, о празднике, к которому готовитесь и вы, и все ваши подчиненные. Вот если позволите, я бы отошел немного от праздника, поговорил о буднях тех, которые существуют и в обществе, и в отделе, да и в войске. Очень много говорилось, и разных слов говорилось, когда казаки начали патрулировать улицы города Краснодара. Сейчас уже прошло достаточно много времени, и совершенно понятно, да, что эта работа нужна, и что эта работа приносит достаточно ощутимую пользу, в том числе и городу Краснодару. А как сами казаки? Как относятся те, кто состоит вот, на этой службе, те, кто хотел бы попасть на эту службу, те, кто по разным причинам вот, попасть на нее не может. Как казаки относятся вот, к этой работе? Вы затронули очень такой важный, очень такой значимый пласт нынешней нашей деятельности, поскольку мы взяли на себя обязательства по несению государственной службы. Одно из направлений, на сегодня оно наиболее значимо, это охрана общественного порядка. И, как вы правильно сказали, еще 4 года назад, 1 сентября 2012 года, вышли первые патрули вот этой дружины, которую вы сейчас видите, совместно с полицией работает. До этого у нас были общественные дружины, фрагментарно участвовали. По просьбе Управления внутренних дел выходили казаки из разных куреней. Сейчас это в нашем городе, в частности, 293 казака-дружинника, которые на постоянной основе несут эту службу. То есть это работа, это зарплата, это обязанности, это права и так далее. Да, это все уже достаточно серьезно. И на сегодняшний день вы как раз задали вопрос, а в данный момент, в настоящее время, каждый день я встречаюсь с казаками-дружинниками персонально, один на один. Я поставил себе задачу с каждым в отдельности переговорить, узнать, какие проблемы есть, какие, может быть, замечания, жалобы. В общем-то, пока идут вот беседы позитивно, проблема единственная у всех, без исключения, говорят о том, что неудобно. Зимняя форма казачья бекеша, она красива для парада. Ее, наверное, надо оставить для парада. Казаки смотрятся в ней неплохо. Но функционально при задержании, при оказании, там, если оказывает сопротивление задерживаемый, как-то очень сковывает движение. Она впитывает влагу. Если прошел дождь, потом холодный ветер, это очень холодное. Как бы не приспособлена для несения службы форма. Но сейчас в войске разработаны новые образцы. Нам уже их продемонстрировали. В ближайшее время я возьму один, буду нашим ребятам показывать, они будут примерять его. Это уже более функциональные куртки, теплые, легкие. То есть то, к чему, собственно, мы вот эти 4 года показали, что вот в этом отношении нужно изменение. То есть нас ждут еще какие-то определенные, по крайней мере, внешние изменения. Да, и да. Мы это заметим. Надеюсь, это зимой не узнают казаков наших. Ну, по крайней мере, думаю, столичных. Есть еще сложности в чем? Первоначально, когда начали работать, сотрудники полиции не воспринимали казаков как своих товарищей. Ну, определенная настороженность, мне кажется, да, ну, это вполне логично. Да? Соответственно, обратная реакция же была у казаков то же самое. Они не очень хорошо относились к сотрудникам полиции. Сейчас это люди, которые выполняют общие цели, у них стоят общие цели, выполняют общие задачи. И беседуя с дружинниками, все до единого говорят о том, что сложились очень теплые дружеские отношения с сотрудниками полиции. Иной раз бывает, мы на какое-то мероприятие делаем усиление свое, и куда-то не выставляем дружину, уже звонят из полиции, где наши казаки, нам нужно охранять общественный порядок. То есть это уже совместная, как бы, организация у нас. То есть такое братство получается? Да, между дружиной, именно вот дружиной казачьей, и сотрудниками полиции, которые несут службу на улицах города. Сложились, да, действительно, такие братские отношения. И они всегда друг другу приходят на помощь.
Ну вот то, что касается центральной части города, да, ну вот те люди, которые часто здесь бывают, да, патрули заметны, они видны, они бросаются в глаза. А вот если мы будем говорить, ну, там, не знаю, пригород города Краснодара, есть же территории такие сельские, там тоже выходят казаки, они тоже там несут службу? Или пока это все-таки только там центральная часть города? К сожалению, на окраинах города ситуация, конечно, похуже обстоит. Дело в том, что вот эти 293 дружинника, они у нас разбиты по округам, включая Калининский сельский округ. Дружины на транспорте, это у нас аэропорт, это воздушные ворота Кубани, это у нас Краснодар-1 железнодорожный вокзал. И ко мне подходили на планерках главы администраций, в частности, Старокорсунская, то же самое Елизаветинская, они просят, чтобы на их территории тоже организовать совместное патрулирование. Но дело в том, что для такого большого города, как у нас, 293 казака-дружинника, которые работают, замечу, посменно, это очень маленькая цифра. Потому такой возможности нет. У нас продвижение в этом году, мы совместно с сотрудниками полиции создали конный патруль. Если вы помните, это в прессе была информация. Он идет от Корниловского мемориала Калинина 100 до храма Рождества Христова. Они по берегу Кубани, в конном строю, несколько казаков. Да, я видел, это, мне кажется, это такое очень, очень красивое зрелище, да, на самом деле. И красивое, и главное, результат приносит, потому что в запрещенных местах на берегу Кубани разводят костры. И когда человек вежливо замечание делает, а у него нагайка за сапогом, ну как-то люди реагируют, ну, нормально, адекватно. Может, из уважения к казачеству, может, потому что все говорится очень культурно и очень как бы весомо. Ссылки на законодательные акты, почему этого делать нельзя. Другая сторона этого маршрута была связана с тем, что у нас пока еще официально в городе очень мало мест, точнее даже одно место, которое мы тоже недавно открывали, для купания граждан, а лето жаркое. Соответственно, в запрещенных местах люди... Ну, опять же, там берег реки Кубани, вы сами сказали, течение... Кубань у нас такая река достаточно опасная, достаточно коварная. И... Да, наши ребята, был случай, спасли на юбилейном, вытащили человека, который тонул, в общем-то. Люди... То есть польза есть? Да, польза есть, люди нам очень благодарны за это. Часто общаюсь с людьми, они высказывают благодарность. А внутри войска существует ли конкуренция? Есть ли у вас проблемы с кадрами? Вот я о чем хочу спросить. Существует ли конкуренция? Есть ли желающие попасть вот в этот патруль? Может быть, там есть конкурс, есть какой-то специальный отбор для того, чтобы для тех людей, которым действительно, что называется, Родина доверила? Конечно. В дружину попасть, я думаю, так же сложно, как и в полицию служить. Ну, во-первых, казак, который изъявил желание служить в дружине, он должен не менее года быть в казачьем обществе, одном из 30, которые у нас в городе, принять присягу обязательно. Затем для поступления в дружину, во-первых, нужно рекомендацию двух казаков, которые уже длительное время уже... уважаемых. И обязательно рекомендация атамана, который берет на себя ответственность за этого казака, если он не справится с возложенными на него обязанностями. Ну, по-разному бывает, в общем-то. И текучка у нас очень маленькая, конкурс очень большой. Сейчас порядка, наверное, 30-40 у нас еще личных дел, которые в рассмотрении. То есть такой резерв, да? Да, резерв, который мы не можем сейчас привлечь, потому что ребята работают, в общем-то, без замечаний. И редко увольняются, только в случае, если находят работу, которая более оплачиваемая, и график более простой, потому что по 12 часов на ногах это тоже зима, лето, дождь, снег, ветер, это тоже. Не, ну сейчас форму-то зимой поменяем, надеемся, как-то да, все полегче будет. Да, все. Должно быть полегче, конечно. Молодежь идет в войско. Я поясню свой вопрос. Открываются дополнительные казачьи классы, да, и в этом году, в этом учебном году их стало еще больше в городе Краснодаре. Есть ли интерес у подрастающего поколения, у детей, у подростков вот к этой культуре, казачьей культуре? Вы это ощущаете, работая с людьми? Ну, правильно вы заметили, у нас в этом году 178 классов казачьей направленности, у нас 75 групп казачьей направленности, то есть это уже внушительная цифра. И, к сожалению, пока слабое звено у нас здесь, это
будем говорить, наши кураторы. Угу. Основная нагрузка ложится, конечно же, на преподавателей, там, кубановедения, в которые, угу. ну, педагогов в школе. То есть на школьный персонал. На образование. Мы здесь как дополнительное образование, нам готовы, даже администрация готова предоставить ставки, чтобы наши, будем говорить, наставники получали заработную плату. Но там есть определенные требования. Нужно педагогическое образование. И сейчас нами разработана программа, ее одобрили войски. Ну, это, знаете, сейчас модно говорить, дорожная карта, да? Такая? Возможно. Я, наверное, не очень модный в этом отношении, поэтому называю своими именами. Это действительно программа. И наши сотрудники нашего именно Екатеринодарского отдела, и в том числе нашего города, на войсковом уровне подготовили программу, она принята. И в частности, есть направление, мы договорились на курсы повышения квалификации, где будут проходить обучение по программе 72 часа. Наши наставники получают соответствующее удостоверение и выходить в классы. Тогда, я думаю, работа пойдет еще лучше, потому что у нас сейчас наставник получается на несколько классов. Дело в том, что молодежь в казачье общество идет сейчас не только потому, что они воспитывались в классах казачьей направленности. Молодые люди следят за политическими событиями, которые в мире происходят, вокруг нашей страны. Основная часть молодежи, как вы знаете, это ребята патриотически настроены. А казачье общество, казачество, в частности наше кубанское, стоит на острие патриотической и работы, и патриотизма. Показали события, вы помните, и в Крыму. Угу. Нас и президент благодарил наших казаков. И в Крымске, когда какие-нибудь катаклизмы, связанные с природой. Природой. Всегда наши отряды МЧС казачьи первыми прибывают на место, включаются в работу. У нас уже и техника есть определенная своя, уже накопилась. Знания, опыт, радиостанции. Поэтому молодежь горит желанием помочь своей стране, помочь своей малой родине в решении вопросов вот этих. И идет в казачество. Ну что, спасибо большое, Валерий Алексеевич, что пришли, ответили на наши вопросы. Уважаемые телезрители, мы сегодня говорили о казачестве, мы сегодня говорили об определенных традициях, мы сегодня говорили в том числе и о культуре. А гостем нашей сегодняшней программы был атаман Екатеринодарского районного казачьего общества Валерий Катко. Еще раз большое спасибо. На сегодня это все. Увидимся в следующий раз. Всего доброго. До свидания.